Специальное предложение дня сегодня – это брюки «Миланский шик». Это ваш шикарный образ. Специальная цена только сегодня, она поражает 999 рублей. И это выбор эксперта Светланы Воронцовой. Вы знаете, я обожаю велюр. И говоря о том, что этот материал считается королевским, соглашусь с дизайнерами, которые сегодня ставят во главу своих коллекций такие дорогие ткани. Я хочу сказать, велюр украшает жизнь женщины. Если раньше считалось, что велюр мы надеваем только на праздники, сегодня мы можем носить такие одежды и в повседневной жизни. С чем носить, как правильно выбрать свой размер, мы расскажем немного позднее. Ну а вначале расцветный ряд. Итак, бордо – это такой винный, очень насыщенный цвет, такой приятный, самый светлый из всех, да? Смотри, Ариша, вот чем хорош велюр? Он играет. Это невероятная игра цвета, более темный, насыщенный и более яркий. Ткани так и называют хамелеон. Мягкие, эффектные, очень красиво драпируются. Итак, следующий цвет у нас – сапфировый синий. Преимущество этого оттенка в том, что он уже тоже является универсальным, поэтому отлично сочетается с любой базой. Посмотрите на эти переливы, на игру цвета. Очень красивый, насыщенный, мягкий, глубокий цвет. Он так и завораживает. Ну и густой, насыщенный зеленый. Если вы любите сочетать сиреневые нотки с зеленым, то это правильный тон. Обратите внимание, вот он. Мы видим сейчас яркость этого цвета. И еще один цвет. Классический черный. Ах, какой красивый. Классика жанра. 999 рублей. Специальное предложение дня. Самая выгодная покупка. И размер у нас есть от 48 до 64. Давайте посмотрим сейчас. Все-таки разнообразить свой гардероб при помощи наших брюк «Миланский шик» можно легко. Посмотрите на наших модниц. Девочки выбрали совершенно разные ансамбли, но при этом составляющую именно здесь мы видим, имеют брюки. Итак, первая, Светлана, выбирает для себя тоже тунику, вместе с брюками «Миланский шик». Следующая, Татьяна, выбирает у нас от комплекта «Адажио» стильный пиджак. Давайте на Таню посмотрим. Это Света. Она выбирает для себя зеленый цвет брюк. Очень красиво сочетается с черным цветом. Посмотрим на всех моделей сразу. Татьяна выбирает комплект «Адажио», пиджак от комплекта темно-синий и брюки. Ну и Мариша выбирает для себя джемпер Франческо. Ой, готовые образы от бренда All Miss. Брюки «Миланский шит» за 999 рублей. Представляете, 800 рублей вы экономите прямо сегодня. Звоните и заказывайте. 5 цветов на выбор, звонки абсолютно бесплатные. Ну, давайте перейдем сейчас к преимуществам этого материала. То, что он хорошо тянется, вы только что наблюдали. Марина показывала вам эластичность ткани. А это, согласитесь, очень важно при выборе размера. Я советую вам выбирать эти брюки, ориентироваться на объем бедер. А для тех женщин, у кого широкие бедра, вы можете заказать размер в размер. Классическая ширина брюк позволяет скрывать все секреты внутри. То, что мы видим с вами внутри шелковистую вискозу, еще раз доказывает, этот материал невероятно комфортен. То, что здесь мы видим присутствие лайкры, позволит этому материалу не потерять своей красоты со временем носки и стирки. Он даже при натирании не теряет своей красоты. Посмотрите, как ворсинки правильно расположились, и они подчеркивают прежде всего велюр. Это ваш статус. Это не простые брюки, которые вы надеваете, вы чувствуете себя в них совершенно по-другому. Конечно, по-другому. Вы представляете, это бренд All Miss. Брюки, которые представлены у нас в таком широком размерном ряде, сегодня представлены по специальной цене сегодняшнего дня 999 рублей. Это сезонные брюки, которые отлично впишутся в ваш гардероб. И это последние тенденции мировых подиумах. Вы можете увидеть такие брюки, такую одежду на звездах мира. Мирового подиумов и мирового кино. Сегодня эта вещь доступна и в ваш гардероб. За 999 рублей по специальной цене с сегодняшнего дня. Звоните и заказывайте прямо сейчас. И это выбор нашего эксперта Светланы Воронцовой. Дорогие мои, многие спрашивают, девочки, как правильно заказать дистанционно свой размер? Давайте еще раз посмотрим на подиум. Здесь мы видим совершенно 4 разных силуэта, но каждый из нас выбирает брюки «Миланский шик». Для тех модниц, у
кого широкие бедра. Этот фасон брюк и переливы ткани позволяют скрыть полноту бедер. Ножки выглядят более длинными и стройными. Обратите внимание, насколько эффектно вы можете чувствовать себя. При этом я хочу показать, брюки сидят безупречно. Ширина брюк позволяет скрыть неровности на коже, а бархатная ткань – это нечто волшебное. Брюки очень удобные. Эластан позволяет сохранить фасон брюк без вытянутых коленок. Вот если честно, впереди скоро Новый год. И мы уже сегодня посвящаем нашу программу «Новый год в Милане». И, конечно же, бренд Олмис – это итальянский шик. Ирина Московцева – дизайнер этого бренда. Родилась, выросла и училась в Москве. Выпускница школы Вячеслава Зайцева сегодня дарит вам ощущение Европы. В вашем гардеробе появляется совместное производство «Россия и Италия». Все ткани, которые будут представлены сегодня в коллекции бренда Олмис, это высшее качество. И именно это качество мы относим к велюру. Да, бренд Олмис – это утонченная изысканность Италии и богатство русской души. Выбирайте прямо сейчас специальное предложение только с сегодняшнего дня. Один шанс заказать для себя брюки комфортные, но при этом нарядные за 999 рублей. Свет, вот ты от себя скажи, комфортно тебе в этих брюках? Конечно, Орешенька, наши модницы уже знают, что какая бы вещь, если бы она была модная, красивая, я никогда ее не выберу, если она дискомфорт мне составляет. Поэтому сейчас я хочу показать многим женщинам. Если вы считаете, что брюки – это не ваша базовая модель, вы ошибаетесь. Давайте посмотрим сейчас на эффектный комфорт. Эластичная лента. Именно с появлением этой детали в любой одежде, юбке или брюке, женщины с разными формами могут сегодня смело позволить себе роскошь. Но если раньше велюр выбирали для праздников, сегодня такие роскошные брюки – это шик, это европейский шик, выбирает каждая женщина. Такие брюки можно носить с джемпером, с кардиганом, и это очень модно сегодня. Такие брюки можно носить даже с вашей любимой дубленкой или курткой. Обратите внимание сегодня на коллекцию одежды известных мировых брендов, и вы увидите там на первом месте велюр. Вы сегодня выбираете брюки невероятно комфортные, при этом носить их можно как на праздник, так и каждый день. И они отлично впишутся в ваш уже имеющийся гардероб. Всего 999 рублей за миланский шик, за шикарный образ от бренда Олмис. Прошли те времена, все осталось в прошлом, когда мы с вами выбирали красоту или комфорт. Мы стерли границы и объединили сегодня самые комфортные, дорогие, статусные материалы, которые позволяют нашим модницам чувствовать себя уверенно. Давайте еще раз посмотрим на наших моделей. Брюки выбираем по объемам бедер, по российскому размеру, размер в размер. Выбираем размер в размер, потому что мы имеем дело с брендом Олмис. Выбирайте для себя от 48 до 64. Брюки от бренда менее чем за 1000 рублей. Представляете? Ваш гардероб будет сразу самым модным, а вы будете самой стильной женщиной. Свет, скажи, пожалуйста, как ухаживать? Ой, все очень просто. Стирка при температуре 30 градусов, и эти брюки можно не гладить.